Всем привет, друзья, с вами 1-2 Кхаус. Мы сейчас играли Blacksmith TD. Мне, блин, очень... О, мне тир 3 башню дали, ёшкин кот. Я тир 3 у меня. Мне тоже тир 3. А я сразу делаю грейд за 400. У меня 6 башен тир 1. Нет, все 10 тир 1. Я сделал грейд за 400. Уже? Да. Ты чисто ей отбиваешься? Ну, я построил чисто... Ну, у меня тир 3 четвертой башни выпало. Ага, и ты сразу сделал грейд за 400, блин, круто. То есть я сейчас буду играть по новой стратегии, быстро делать грейд за 400. Но если выпала тир 3 таверка, то в целом можно, короче, этот и то как бы сделать. И босса убить. Так не зашло, жесть вообще. Даже тир 2 ни одной не выпало. Как так-то? Даже, ну слушай, там не такой большой шанс на самом деле. Блин, а в прошлый раз у меня было 2 тир 3, а сейчас 0. Да, я не знаю, но получается, песок реально круто сделал, что быстро сделал грейд за 400, получается, плюс 20% выпадает этих, короче, материалов, а это, по сути, самая большая имба. Ну, то есть, это единственный источник золота у тебя в начале игры. Да и в конце. И вообще на всех этапах игры в целом. Блин, я первого покупателя зарезал, и вот не знаю даже, я смогу, не смогу сейчас убить босса. Потому что хочется и босса убивать, и делать грейды. Блин, я сделал normal damage upgrade очень сильно. По старой привычке. Да, что-то босса поздно вызвал, блин. Да, я 80 дерева... потратил в этот normal damage upgrade. Ну, нормально, зато... Да я просто на Ctrl 2 сейчас постоянно бинжу свои... Ну, своего этого рабочего, короче. Так, это будет Ctrl 1, это будет Ctrl 2. И я привык, что я нажимаю 2 и Q и продаю. А я, короче, не нажал 2. Из-за этого... Точнее, не забиндил его, нажал 2 и Q и не продал. Обидно. Ну, ладно, я потратил 80 дерева, но это не конец. Я сейчас просто куплю много дерева себе. Блин, не хватает все равно. Что-то у меня 20, 20, 40, 20. Ну, короче, так себе. Если... Я еще никогда так в Blacksmith TD не контролил. У меня просто одна башня, которая как бы практически шотает. Второй выстрел по одному и тому же таргету кидать, ну, тогда течь буду. А. Забавно. Так, ну сейчас... Блин, что тебе надо? 3 оленя. Блин, один олень нужен, тогда будет окей. Тогда я смогу сделать грейд. Блин, очень обидно. У меня 390 просто. Дайте оленя. Не могу просто сделать грейд. 10 дерева не хватает. Очень обидно. О, найс. Дирскин. Так, тогда что, покупаем дерево, делаем грейд за 400. Ну, потому что целая волна еще идет, как бы, четвертая. Но песок, получается, лучше начал, чем я. Все равно за счет того, что... Ну я могу слить, вот справедливости ради. Можешь слить. Да, сейчас мне башни больше строить не надо, на самом деле. Мне сейчас надо чисто покупать дерево. Блин, а что тебе надо, эта женщина? 2 дерскина. Блин, опять дерскин. Но сейчас пятая волна, сейчас дадут рабочего, нормально будет. Я сейчас вкину за 550, потому что, ну, первого босса я и так сейчас убиваю. Второго босса я все равно вызвать не смогу, но очень долго. Блин, а лоад код загрузил, нет? По-моему, да. Да, загрузил. Дерскина опять одного не хватает. Я чисто на это, из-за нехватки оленя все плохо. Почему у тебя опять больше всех продаж? Неплохо. Даже хоть у тебя грейд на ресурсы. Да. Инкомера не перенкомить. Файрфлай вон дали. А если получается, если бы у тебя теперь 3 башни была хедхантер, у которой маленькая атака, то тебе контролить было бы особо не надо. Ну или мультишот какой-то, там же есть эти сплэшовые. Тогда вообще было бы легко. Я напродавал писец вообще. Че так быстро-то волны-то, ребята? Уже нельзя. Так, я за 550 сделал грейд. Все, теперь я только строю башни. Пока мне в ближайшее время не надо покупать дерево. Блин, если бы я еще, конечно, 80 дерева не потратил бы в грейд на нормал атаку. А, ну, кстати, у меня хедхантер нормал атака, тир 3 башня. Может, я бы протекал.
Magic Stone, блин, у меня 0 Magic Stone. А ты сделал за 550 уже песок? Да, ну только что. Чуть вот ты сказал, я после пару секунд сделал. Мне еще 200 дерева не хватает до него. Я помню, что вначале я покупал дерево, мне все говорили, типа, да ты ну бас, так нельзя играть. И сейчас в итоге, ну, правда, мы, конечно, в принципе, в целом улучшили свои скиллы в этой карте. Ну, мы на другой сложности играем, как минимум. А, ну да, мы еще на более жесткой сложности играем, где, по идее, еще сложнее было бы. Блин, сейчас я... Нет, ну просто, знаешь, строить башенки, это как бы очень стабильно. Ты как бы строишь и всегда отбиваешься ими, поэтому на более низкой сложности. Угу. Я, блин, босса поздно вызвал. А ты босса не вызываешь, да, песок? Ну, второго нет. Не первого понял. Уже могу, но я просто завтыкал немножко. Последние волны не очень хочу вызывать, а так, ну, явно уже могу вызывать. Так, у меня квест на кабанов, по идее, то есть мне надо... И я буду, получается, идти в улучшенных торговцев. Либо, как минимум, буду делать вот этот грейд, чтобы предлагали сложные комбинированные рецепты, за которые дают большие награды. Блин, ну дайте мне Magic Stone, вообще не дают Magic Stone. Вот тут тресни, блин. Тяжко вообще. Мне чуть-чуть не хватает, чтобы нормально отбиваться, но из-за того, что вот Magic Stone у меня зафризили тут все. Блин. А, все, я походу выиграл. Поздравляю. С первой победой. Да. Выиграл до окончания игры. Да, да, ты такой отстойно дропался. Я даже не жадничал. Я один раз всего этот грейд на 150 сделал. Нифига, а зачем на 150? Я не знаю. Там золото нарисовано, я подумал, что это круто. Ну, короче, я слил. Я не знаю, купить еще покупателя себе или что, блин. Куплю, короче, покупателя, глядишь, что-то будет. О, поперло. А то... Ну, и в этой стратегии, конечно, можно босса отбивать, а можно и не отбивать, я даже не знаю. Типа, можно и не париться, и вообще его не отбивать. Ну, не стараться даже, чисто пропускать. Потому что, ну, в прошлый раз я выиграл, например, с 20 жизнями, мне вот первый босс что прошел, что не прошел, вообще пофиг. Это все равно деньги там какие-то. Сотка? Или типа ресурс даже вдруг сотка. С него выпадет? Ну, один ресурс это, конечно, много, но... Но сотка тоже важна. Ну все плохо у меня по жизням. Могу грейд на продаже сделать. А что, калитов не мержишь? Они крутые, типа? Да нет, квест, может... квест пытаюсь выполнить. Но я на самом деле сейчас надо смержить, а то я, наверное, солью вообще. Мне Firefly это сейчас придет? О, Firefly пришел, найс. Так, все, наконец башни поперли. Так, сейчас уже не поперли. О, можно престол смерчить. Можно большие смерчить. Так, больше ничего нельзя смерчить. Так, а что тебе нужен Firefly и Magic Stone? Ну опять моя беда, короче, Firefly с Magic Stone. Полная беда. Меняю Magic Stone на... оленей. Походу я себе уже не смогу позволить пропустить босса. Метишь. Если вообще сейчас не солью. Лол. Держись. Так, я сейчас хоть первого босса еще раз убью. Одна жизнь. О, так одна жизнь это же типа этот квест, нет? Не, там на трех жизнях дают 500 голды. Так. Я получил. А, ты получил квест? Получил 500 голды, да. А надо ровно, чтобы 3 жизни было, или как? Ну, чтобы в какой-то момент у тебя было ровно 3 жизни. О, да. Так у меня сейчас будет 3 жизни, у меня Феникс пройдет, и у меня будет ровно 3 жизни. Найс. Феникса пропускаем, стратегически. Офигенно. И сейчас я... Блин, а что, я сейчас его убью, что ли? Нет! Беда. Да блин, я сейчас убью его, походу. А песок как? Чё, сейчас переборщить со стратегией? Блин, я убил Феникса, отстой. Давай, на лавку победителей.
На 1000 хп. Ну, я на трех оленях, я третьего оленя копил пол игры просто. Можешь посмотреть на мои продажи с Вадимом, при том, что у меня грейд раньше всего был. Ну, как-то вообще непонятно, на самом деле. Непонятная карта. Феникс захейтил. Да не птичка. Ты проиграл, что ли? А кто-то жив еще да. вообще? Я жив. О, Кекс, красавчик. Тебе сколько тир 3 таверов выпало? 12? Две в начале. А чё, а Феникс 10 жизней так-то отъедает? Минус 9 у тебя написано. Ну, у меня там жизнь оставалась, да. Блин, а если бы я бросил Феникса, я бы получил 500 голды. Нет, когда надо, проиграть не могу даже. Вот, Песок, у тебя была одна жизнь, он отнял у тебя 10, получается, за протечку, правильно? Ну, да. А, ну так, если бы Вадим ты пропустил... Ага, ну да. У меня было бы ровно 3 жизни. Я почему-то сказал, что у тебя уже там что-то... Я не на ту, короче, циферку смотрел. Блин, я еле отбиваю вообще. У пасеки там в очереди стоят. Ну, походу, сейчас у меня будет 3 жизни, нафиг. Не, наверное, не будет. Сегодня просто, видимо, не мой день, как кузнеца. Блин, у меня 12 склянок есть, я не знаю, что делать. Вадим, посмотри на мои ресурсы, пожалуйста, вот. Жесть, а что ты ауру бы сделал хотя бы? Ну да, надо было. Да я думал, отбивал, там, ну, 1000 хп оставалось где-то. Блин, один раз продал и все. Сделал кастомера, один раз продал. Сделал бы грейд нормал, а так вот тогда вообще попёрло. А я, да, чё? Ты не сделал, ну да. А Кекс без грейда, получается, типа продажам обогнал? Да. Но он меня, когда я проиграл, он меня обгонял, да. Я сейчас проиграю, нафиг. Ну, рандом не решает. Только скид. Не, ну типа я пережадничал, там можно было по сейфове сыграть такое. Не, ну можно было бы ауру сделать как минимум. Получить ауру на продажу. Две. Да. Продать больше, чем кекс. Меня бесит, что пишет о других продажах, ну типа зачем? Чё ты течёшь? Ну да. Теперь не можешь протечь на босса. А, да, кстати, блин, да я что-то как-то... Да не понятно, блин, у меня 3 кастомера стоят, грейд за 150 вроде есть, может быть какой-нибудь типа этот. А, первого босса могу... А, я в начале волны вызвал первого босса, все, жопа мне, надо сейчас ауру делать. Супер замедление у меня, лол, забавно. А что вам всем надо, козлы? Magic Stone, Firefly. А, ну, кстати, у меня сейчас будет один Firefly, и я смогу. Могу башню построить. Шостер, 5 башен делать. 1200 урона. Она шотает, что они? Ну вообще да, должна шотать по идее. Видимо, броня сильно уменьшает урон. 60%. Ладно, я живу хотя бы. Это уже неплохо. У меня, конечно, фонтан и 2 ауры фреза. Я просто человек-замедлятель, нафиг. Ну, не очень понятно, как дальше вообще жить, блин. Я что-то всех... Я ни один квест не сделал, блин. У меня один сделан. У меня есть квест на бейсике, блин, а я зачем-то коплю всякую фигню. Все, я могу сливать все, кроме кабанов. Че, блин, че, почему нету ресов нифига? О, у меня типа теперь вот более сложные комплексные рецепты, а Кекс все продает и продает, гад. А там в процентах повышается атака за грейд, да? Или да, там... Ну, типа, просто тебя сейчас фонтанчик можно загрейдить, вообще нехило так. Ну, да.
Он 1200 урона, там 20% какие-нибудь вообще. Было бы хорошо. А то он сейчас не шотает, потому что брони много, 150. Ну тут, да, но тут не нормальный вариковский 150, а... Купить дерево и сделать еще грейп на более сложные материалы. О, у меня кабанов дофига. Так, скидралиск есть. А сколько кабанов надо на квест? 7. Так, а у меня на гидралисков как раз квест. Но мне, конечно, не до гидралисков особо. У тебя сейчас много этого этерного урона. Чтобы не заглядеть. Ну окей. Я десяточку сделал, что сильно прибавилось. Ну, фонтану 123, этим по 13-11. Вот так. Мало материалов что-то. Ну я две ауры тоже сделал, иначе я бы слил бы нафиг. Что-то моя стратегия, конечно, старая была немного более уверенная, но я что, надо не стоять на месте. И хотя бы идти назад. Правильно. О, я кабанов достроил, найс. Так, о, я могу сделать грейд за 150 на все, типа, материалы. Потом же там еще какой-то грейд нужно сделать. Они, кто помнит, какой еще нужно грейд сделать? За 200, что ли? А, жесть, а у меня почти этих ресов нету. Это, висп, если что. А чего мне не хватает? Можете кто-нибудь посмотреть, пожалуйста? Ой, дирскин у тебя ни одного нету. Вот нет, первый требует. Ну окей, да. Дирскин требует, да. Тут этот первый требует один, а второй 4. У тебя вообще дирскина нету. Ну, шестеру дали. Ну, я напродавал нормально. Делай стоит на 200, и там еще по 500 ресурсов будет. Это вот прямо, я так понимаю, сильно выгоднее, чем продавать всякую фигню тут, ну? Че бы смешать? Так. Грейд за 200 делай. Грейд за 200? А. Так, и что там надо? Блин, сейчас еще по полтинничку. Там нужен бирскин улучшенный. Нет, сталь, есть сталь, сталь. Вообще? Тебе нужен сталь и бирскин. У тебя есть 3 дирскина и у тебя есть 4 железа. То есть тебе нужно еще плюс 2 железа. Плюс 1 железо осталось. А, ну то есть пока все равно не могу сделать то, что. А ты тоже какой-то квест делаешь, да, Кекс? Я смотрю, у тебя там эти не мержишь. Да. Можешь его зарезать, на самом деле. Ну хотя тебе осталось 1 железо, наверное, не стоит. Так, а что мне надо, получается, бир скин, да? Да, бир скин и сталь. Так, а сталь, как она выглядит? А вот, стил. То есть я бирскин уже могу сделать, да? Да, ну и одну сталь тоже. А как, я что-то сделаю бирскин? Мне... А, надо в него перекладывать, что ли, или что? Я вот сам не уверен, но, наверное, да. Да, он получил один бирскин. И сталь. И также сталь. А сталь две надо, что ли? Две стали надо, да. Пока не могу.
Всем дирскина, короче, не хватает. Кекс тоже. Ну, ему стали не хватает, чё. Или хотя бы простого житейского железа. Так, я хотя бы здесь вот так вот это. Опа. Ай, кекс. Сейчас выиграет. О, хватает, о, хватает. Да. Так, что, два раза сделать сталь. Оп, оп. Угу. И теперь в новом рабочем, да. Сколько дал? 700 голды, по-моему. А, все, это там. Квесты Фрая разгубили. О, Мутант Тавр. Так, и что теперь? Advanced Magic Stone и Log. Log у тебя есть, Magic Stone у тебя не рядом. Так, Log есть. А Log чего делается? Ну, из палок, наверное. Ты, блин, ничего. А. Да я не знаю, мне кажется, не делай лучше, зарежь его и как бы его это более... Так, а тогда это цепочка прикрытия. А там нету стрика на этих. На этих, по-моему, не распространяется стрик. Да блин, я уже сделал лог просто. Ну да, да. Так, надо что-то делать, как-то что-то, блин, я не знаю, у меня гидралиски есть. А, я же могу сейчас мержить обычные, что-то... Блин, сложно, конечно, очень сложно. То есть у меня была проверенная стратегия, которую я много раз подряд выиграл, и я такой, типа, а не сделать ли все по новой через другую страту, в которую я плохо играю? Что-то мне сильно не хватает? Еще одного камня. А. Ну и за полтинничек грейда получается. Да. Ну как раз вот в конце волны получишь и виспа. А, ну виспа на следующий. Вот камень все появился. Камень. Так. И получается, что там нужен? Advanced Magic Stone, да? Угу. Так, Advanced Magic Stone. Оп. О, найс. 424 голды. Но я не уверен, что это прям супер выгодно. Надо считать. Не надеяться. Две стали ему надо. Ну его точно режь. Тебе бы избавиться от Firefly. Так я же могу сейчас сталь сделать. Блин, мне надо бы этот. Ты не можешь сейчас сталь сделать. У тебя не хватает. Я сейчас, мне сейчас надо убить как-то. А, мне кажется, ауру ты зря сделал. Ну, блин, мне, если сейчас я его протеку, то я же проиграю. А, ну, да. Ты бы стоял в рейндже, а то... Ты бы башню построил еще две на всякий. Наверное, объединяю, у тебя там заморозка и так есть. А, я тебе лучше бы объединю. Он теперь заморозки у тебя нет. Наверное, хватит все равно. Надо было, чтобы они заморозили, а потом сразу соединили. Да не, там обычная заморозка стояла. Ее не надо было. Ну ничего. Да я не туда объединил. Так, прошел, нормально. Теперь что, теперь не хватает, теперь железо виспом, да, сделать? А, ну нет, тебе... Да. Ну да, можешь. Одного все равно не хватает. Все равно не хватает, ну ладно. Так, что делать-то? 55 у меня есть дерево. Фух. Ну, волны ты сейчас должен убивать без проблем, по идее. Ну, раз я босса убил, да. Получается, блин, я что-то затупил. В какое место нажимаешь, там будет башня, да? Или из какого места нажимаешь? Из какого места нажимаешь? Из какого? Ага. Да я еще гидралов коплю, блин. Если бы я гидралов соединил, было бы увереннее, конечно. Я могу, конечно, построить еще Блейдмастера. Я не знаю, что делает Блейдмастер. А, давай гляну. Обычный блейд? Красный. Красный. Типа доп. Урон 1000. Просто урон наносит по удержке. 10% шанс. То есть он мне не нужен, пусть фонтан лучше замедляет. Ну да. Ну фонтан прям вообще топ. И ферма тоже топ, так что. А что ферма делает? Ну, скорость атаки дает. У тебя там продажи. Железячки нету. Ну, а так спит, конечно, на 2 секунды всего. Ну, она и сама бьет, как бы, и даст за разом по 2 секунды. Мне сейчас можно было бы второго босса почти вызвать, но я во время волны боюсь. Дайте уже железо, блин, гады.
принципе, плевать, я же все равно сейчас прохожу. А в первом ты теперь не продаешь, да, получается? То есть ты чисто... Ну да. Угу. Ну если совсем. Ну, если сделал этот грейд, то как бы. Да, скорее всего, выгоднее все-таки так продавать. По логике. По логике, да, но если у тебя большой стрик, то фиг знает вообще, если честно. Да там стрик ограничен очень сильно по голде. Да, все равно 60 за каждую покупку. А так ты типа делаешь. Так ты, получается, делаешь в среднем тройную покупку. Так 3 раза по 160, а так 1 раз по 700. Не, ну хотя нет, все равно выгодно. Можно железо, пожалуйста, а? Есть железо. Стоило только попросить. Да. Так, а где это? Стил. Стил. Найс. Так долго появляется новый чувачок. Ну потому что нету стика. На этих чуваков. Он ты можешь прям в кузнеце нажимать на эти готовые предметы, и они автоматически перекладутся к ней. Ничего себе. Да вроде Вадим делал, не работало. Я тоже пробовал, у меня тоже не работало. Special Acid плюс Steel. Ну это вообще отлично. Ну, хотя у тебя нету стали, конечно. Блин. А тут два Special Acid нужно. Да, ну это хорошо для тебя. Ну да. Ну что, его резать или не резать, или что? Ну, мне кажется, резать. У тебя есть все, кроме стали, поэтому... Ну что, он долго будет, блин, появляться? Ну, я думаю, быстрее, чем ты получишь 3 железа. О, у меня 3 дренея. Можешь квест на кучу дренеев сделать? Можно. 7 тебе. Ну да. Ну, 4 гидрачка. Можешь глядь за 150 сделать на продажу. О, 2 Special Acid, да. Вообще отлично. Я за 250. Так, 2 Special Acid, то есть я делаю... А где оно вообще? А, я не сделал Special Acid. Не сделал еще. Поэтому у тебя его и много. Все-таки можно, как говорил Кекс. Ну что-то раньше не работало. Не знаю. Ресурсов возможно не было. Да были. Так, 150 может... есть, но у меня 250. О, тебе нужно 2 флейма, а у тебя как раз их 12. То есть сейчас я качаю флей. Firefly, да. Флей. Найс. И сейчас 25-я волна будет. Мне бы третьего босса, конечно, вызвать бы как-нибудь. Ну и не отдаться на нем. У корабль дали. 2 бирскина и 1 флейм. У тебя есть и то, и то. Найс. Да, я богат, конечно. То есть я раньше, конечно, тоже играл через это, но сейчас я супер быстро покупаю за дерево ресурсы, у меня очень много ресурсов получается. 2 стали. 2 стали, дешево. Так, сейчас по тир 2 таваркам нужна будет помощь, кого делать вообще. Так, 4 дренея есть. У тебя 5 бугаю. Или что? 5 бугаёв, думаю. Ну, из них квест делается. Тогда дренея сделаю. Еще один фонтан. Special Acid и лог. У тебя есть и то, и то. Ну, только лог надо сделать грейд. Не, есть. Ага, даже. Ну, вот, 6 ресурсов, 459 продал. Это прям вообще выгодно. Двойная порция, да. Че, я бугаёв, получается, собираю, да? Угу, похоже. Режь её, ей сталь нужна. А сейчас 25-я волна, любовь. Ну хотя да, лучше... Да, лучше. Лучше ресурсы сохранить. Так, бугаёв мы тогда сохраняем. Гидралисков сохраняем. Так, есть вот этот еще. Ледяных башен этих миллион, но в целом и ладно. О, сейчас будет уже чувачок. Сталь и камни. Ну, сталь одна, может, там уже накопится как раз. Камни это что? А, мы же вспомнили, ну, да? Камень. Одна сталь и один камень, да? Да, уже есть у тебя. Вон 600, офигеть. Да, неплохо.
забавно, вот этот чувачок, который продает готовые вещи, называется Кузин Кузнеца. Веспа дали. Два пирскина у тебя есть. Я все хочу какой-нибудь квест выполнить, что-то вообще ничего не могу. То пирскины лучше выполни. В принципе, когда кто-то помогает, вполне реально так играть. Конечно, без помощи очень сложно. Надо тир-3 босса вызывать. Я вот фейлю, что не вызываю тир-3 босса. Асид и лог у тебя есть. Денег вообще миллион, конечно. У меня столько раз корабли выпадали квестинг. Ой, ну не квестинг, точнее. С готовыми. Две стали и кожа. Ну, решево, у тебя ничего нет из этого. У меня висп есть еще. Ну да, но даже одного виспа там бы не хватило. Двух виспов бы не хватило. О, у меня Нептун. Нет, клево. У тебя два фонтана. Я тир-3 босса Нептун. Вызвал, Нептун с фонтаном там никак? Или наоборот? А Нептун же сам по себе сильный. Ну да, но я просто... Может там еще что-то сильнее. Три фонтана. О, третий гидралиск. Может скоро четвертый выплывет? У меня 600 дерева, ёшкин кот, куда дерево тратить? Чисто на грейд? Ну, можно продать. У тебя 4 гидралиска, как бы вот они выплыли. А, вот, а, понял. И есть еще грейд на все разные тир 4, по-моему, да? Я не понял. Так, а что надо? 2 спешл эйсида плюс стил. Ну, сталь можешь заказать, без пом. Спешл эйсида не хватает же сильно. Что за режу тогда? Четыреста, надо ну, что-то суть... этот улучшать. Ну, в принципе, фонтаны очень сильные, я все равно их не буду. Как бы... А, ну, два фонтана толку нету, они рядом. Так у него 4 фонтана. В смысле, 4 фонтана? Или 3, сколько? А, 3 фонтана. Раз, ну, не, ну, да, 2 3. Они в разных локациях стоят. Там, так они просто этот, ну, типа, если я дамаг для них сильно нагрыжу. Так, чё? Advanced Magic Stone плюс лог. Тут еще плюс гидралиски, что же с таким уроном, с Этерном. А, кстати, где они? Я понял. Они превратились в фонтан. Прикольно, что я один играю, мне никто, ну, типа, не мешает, быстрее меня не проходит. 2 огонька тебе надо. Есть? Да. Тебе их вообще много. У меня еще висп есть все еще. Ну, скорее всего, ты за него железо возьмешь. Бир скин и спешл асет. А я все. Бир скина еще походу. Одного не хватает. А, куда? Я, блин, квест на грантов запорол. Ну, в принципе, это пофиг. У тебя 2 губки. Оу, так что двух этих мужиков. А Мортар Тим. Сейчас, где Мортар Тим? С Нептуном хорошо скидывается. Да? Там чувак, который станет ВОЕ. И станет лучше, чем Нептун. Ну и Хаос Урон тоже можно теперь, да, прокачивать? У тебя получается да. Нептун. Нептуна нет, он превратился. Что ж такое-то? Что за дезинформация? Не хватает. Один Асид и один Бир. Гар. Хватает, говоришь? Да, да. Не знаю, сейчас тир 3 могу босса вызвать, да, почку вызову? 12 тысяч продаж. Можешь большой объединить, панду объединить. Да. Еще одна панда, еще одна большая. Где кто? Три фонтана, конечно. Блин, я все топ-1, все тир-1 как будто.
Так, что-то, блин, волна идет. И босс идет. Плохо. У меня рука затекла, блин. Неудобно за этим столом играть. Два флеймспирита и один лок тебе хватает. Можешь ауру там какую-нибудь сделать, не? Да не знаю. Тот чувак, по-моему, вообще ауру не делал. Там что, есть какой-нибудь кастомер? Два флеймспирита. Тебе не хватает. Прежнего. Так а чё, я же могу виспом. Можешь взять тягники. А мой флеймспирит это чё? Firefly, да? Firefly, да. Ещё одного не хватает. Блин. Так, сейчас огры будут. Сейчас быстренько боссов вызову. У тебя два есть там. Да, можно слить. Еще фонтан. Фонтан с Wildberry Farm. Вот один фонтан уже точно можно объединить, который вот впритык. Ну непонятно с чем собирать, блин. А, финальный босс уже, ёшкин кот. Да не финальный еще, в смысле. Да. Еще 10 волн. А, ого, еще 10 волн. Слился на нем пошараться. Блин, еще 10 волн. А я уже так давно это собираю, значит смогу слить, блин. Приста можешь объединить. Посередине внизу. Я выигрываю тут вообще, нет? Ну приста объедини. И выиграешь. Ну там может поток пойдет. Не пошел. Бугая можешь объединить. Или как он называется в этой карте? Гарток. Он один стан, один стан только прошел. Блин, я походу не прошел что ли. Он еще, если... Он не дотягивается, да? Что-то вот сейчас дотягивается. Может, ну, сейчас... Может. Да и так хватит, по-моему. Полетит! Жесть! Такой бред! Новые стратегии, блин. А что у него? Сколько жизней-то было вообще? Тысяча там осталось. Да на него стан падал уже. Да, да, уже стан. Да, походу, я зря объединил. Походу, у мужика этого стан меньше вероятность. Он два раза... Нет, у Нептуна нахуй. Приста долго не объединял, поэтому... У Нептуна 10% на 1.25. А у этого 10% на 1.75. И при этом урона в 4 раза больше. Ну блин, стана было 2 за все время, и то один, когда он уже выходил. Ну, там не повезло. Просто. Очень. Еще и в ноль. Ну, как бы, надо было ауры, конечно, блин. Надо было из веток ауры сделать. Любая аура, кроме продажи, бы я бы прошел, получается. Да блин, ну обидно. На самом деле я очень быстро вышел в эти продажи. Я привык, что когда ты выходишь в эти продажи, игра заканчивается. Тут еще 10 волн было. То есть я был бы вообще супер богат, у меня ресурсов много. У меня бы продаж было бы тысяч сколько? Ну, 25, наверное. Ну, 20. 25, может, да. Ну, 22, там, если так. Конечно. Ну да, потому что ресурсы скопились. У тебя просто было бы куча стан-таверов, и они бы не выходили из станов, скорее всего. У меня было бы просто куча таверов, да, мне кажется, даже дамагом бы я взял. Ну... Ну да, зря я не испугался и не построил завет. Ну просто, блин, тут эти ветки можно вообще в золото превращать. Очень не хочется их продавать. Ну ладно, новая стратегия. Так что, если бы я сразу прошел новую стратегию, мне было бы неинтересно. А так будет интерес еще раз сыграть в эту карту. Потому что, ну блин, копить там какой-то нереальный левел, чтобы на 300% играть, как-то не хочется. Тем более 300 это, ну, не сильно опаснее, чем 250. Там так... только в соло еще играть можно. Еще и только в соло скучно. Ну нет, по сути, блин, очень редко, когда ты последнего босса отбиваешь на лолах. Ты либо его станами жестко убиваешь, либо ты он проходит как бы. То есть плюс 50% сложности вообще мало, что дают, как по мне. Ну, может быть, единственное, это как бы... поначалу. Поначалу, да. Не, может, единственное, это типа, ну, типа 300%, но на самом деле это по факту там 500%, например. Не знаю, но 500% это в два раза сильнее, чем сейчас, это кажется, что нереально. Ну, то есть, стабильно выигрывать я научился. Сейчас пробую новую стратегию, которой, конечно, пока я играть не умею, но, тем не менее, вроде получилось довольно неплохо. Надеюсь, вам понравилось, по крайней мере, всем пока.